Анастасия Захарова, студентка второго курса Нефтеюганского политехнического колледжа. Сейчас девушка учится на лаборанта химического анализа, но после окончания собирается сразу поступать в институт на инженера-химика. Планирует работать в нефтедобывающей отрасли. По словам Анастасии, конкурс дал ей новые знакомства, знания и, конечно, опыт. Новые знания. С помощью конкурса «Большая перемена» вообще дала мне как толчок верить в себя, быть уверенной, идти дальше к своим целям, генерировать свои идеи, ну и идти дальше. Индивидуальная визитка, групповые кейсовые задания, образовательные экскурсии по городу, а также дискуссии со спикерами. Все это включили в программу конкурса для всестороннего развития участников. Помимо самих выступлений оценивался и уровень командной работы. Баллы жюри начисляло каждому участнику индивидуально. Одним из заданий стало создание сайта на тему «Наставник-стажер». Мы создали веб-сайт, то есть, где стажеры заходили на этот сайт и рассматривали вакансии работы, что там, допустим, будет оплачиваемая практика. Вот, это было такое самое запоминающее задание. Особое место в памяти победительницы заняла церемония награждения. Соперники были сильные, поэтому до конца финала царило волнение. Но Анастасии удалось победить. Жюри отметило ее высокими оценками, дипломы премии развеяли все сомнения. Я сижу, называют первых двух человек, и третий называет меня, там, Захарова Анастасия Витальевна. Я сижу, я думаю, мне либо выбегать, либо сидеть, либо бежать. И такие спрашивают: Захарова Анастасия здесь? Я говорю: да, я здесь. А что ты сидишь? Выходи. Я вышла со слезами на глазах, собственно, эмоции. В следующем году девушка снова намерена участвовать. В этот раз не одна. Ее примеру последуют и другие студенты колледжа. Инна Новикова, Екатерина Балакина, Рамиль Аскаров. Телерадиокомпания «Юганск».